Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открываются другим все то, что близкие берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Казалось, верить смеюсь во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть нас будничная хмарь не отучит желание жить, ведь праздниками календарь уже не трогает души. По-новому, по-новому торопит кто-то жить, тогда нам Бог по-старому лишь чем-то дорожить. Стучат колеса по степи, остудевая степ. Гляди в окошко, не гляди, но все ж бескрайности. Гляди в окошко, не гляди. Ты только мне не говори про расставание всяких вздор. И степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим, быть может быть еще придет, ведь кто-то же еще не спит, ведь вот этот пусть где-то ждет. Сквозь вечер микрошенный в ярко-синюю постель несет плоскарную постель, вагон как колыбель. Сиреневый струится дым с бегущих мимо крыш. Давай с тобой поговорим. Да ты, приятель, спишь. Итак, на сцене танцевальный коллектив «Весна» и фигурный, извиняюсь, большой фигурный вальс. Thank you.
Коллектив бального исторического танца «Весна». Коллектив «Весна» и английский танец «Вальс Бастон». Словно в прошлом ожидании.
забыл, разве есть следа? Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. Если беда, и если холода, дружку не твоя, и перебру силы и дрова, цель жена, и не будет без. Но иногда найдется друг чудак, этот чудак все сделает не так, и его костер зальется до небес. Еще не все разрешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит тебя. Но свой огонь сберег, он обогреть другим уже не мог. Но без потерь дожил до наших дней. А ты был не прав, ты все спалил за час. Но через час большой тобой удаст. Но в этот час стало всем теплей. Еще не все решено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит тебя.
вальс Людовика XV. Аплодисменты на сцене коллектив «Весна».
весна. Песня под названием «Раз, два, три». Улыбается в ответ, и того не надо. Только ночь наступится окно, вновь ее шаги мы опять вдвоем, и она под временем терзает вновь. Разве это любовь? В окне гаража чудятся картины, что я тону давно на дне трясины. Всюду сладкие губы и нежные руки, такой вот нелепый пейзаж от неистовой скуки. Задыхаясь от тоски, я вновь бегу за ней, но она вдруг перед носом закрывает дверь. Я ловлюсь на тишине, что она меня поймет, но выходит все увы, наоборот. И нелепая картина вновь передо мной, ночью мою, а не мне ей чужой. А она считает, что права, вот такая игра. Только ночь наступит за окном, вновь ее шаги мне опять вдвоем, и она в отчаянии терзает вновь. Разве это любовь? Миражам чудятся поступки и примеры. Ведь не любовь, без чести и без веры. Стонут стоны и крики, как цены на витрине. Все исчезнет в темноте, все как немой в грязи.
Коллектив Мального исторического танца «Весна». Леонид Корнилов. В моей стране идет война. В моей стране идет война. Хотя страна и бывшая. Но эта бывшая страна, любима и любившая, она от пуль шальных кровит и от снарядов корчится. Но нас в бою она хранит, и нас спасти и хочется. И прикрывает нас собой, хоть фронтом и разорванным. Никто в этом не чужой, по украинскую и по нашу сторону. Да и не бывшая она, в душе не похоронена, и ни в какие времена не умирает Родина. Границы прежние зовут, и плачет над потерями, в обрывках зла, в обломках пут. Опять встает Российская империя, и задыхается война от своего же пламени. Врагам мерещится страна под Кумачевым знаменем. Ну еще раз повторюсь, что он относится к периоду 91 года. Сколько раз, моя Русь, твои дети тебя продавали, как гулящую девку за доллары и за рубли. Позабыли они, а даже уже близко не знали, что нет на земле величавей и чище земли. По ногам, по рукам Русь словно птицу связали, безбожно воруя, пытаясь на части тебя разорвать. Словно дети, не дети твои, а волчья стая, словно Русь не родная, а щитна, не родина мать. И смотрит Россия уже столько лет и все тень, что мы наконец прозреем, что мы все поймем. Ведь нет для нас на земле просто место роднее. И наша Россия — это наш дом. Лететь от Москвы на Дальний Восток 1005 километров, 13 морей ласкают твои берега. Где-то в Сочи тепло и радует жителей лета, но в это же время в Мурманске всюду снега. Нигде на земле нет страны с подобной судьбою, где сотни народов так долго боком счастливо живут. Все это нам Богом дано неспроста и немалою кровью, в надежде, что дети потомкам свою страну сберегут. И смотрит Россия уже столько лет и все терпит, что мы наконец повзрослеем, что мы все поймем. Ведь нет для нас на земле просто места роднее. И наша Россия — это наш дом. И смотрит Россия уже столько лет и все терпит, что мы наконец повзрослеем, что мы все поймем. Ведь нет для нас на земле просто места под солнцем. Пусть кто-то скажет просто Россия, пусть будет и просто, но это мой дом. Спасибо. Называется он «Сударушка». Итак, наследный коллектив бального, исторического и народного танца «Весна».
московская зажигательная кадриль. И трамваи
пробивая себе путь в листве весенней. Над причалом маяка огонь и лес портовый кран, в море чайки, а над ними гордо кружатся бакланы, рестораны осветили побережье огоньками, звон бокалов и поют гитары про Одессу, маму. И в загранке я всегда тебя по памяти рисую, молдаванку и булыжную родную мостовую, и прессы пробудившиеся от первого тропая, и как в детстве я по солнечному городу шагаю, и прессы пробудившиеся от первого трамвая, и как в детстве я по солнечному городу шагаю, и как в детстве я по солнечному городу шагаю. Бальный исторический коллектив «Весна» 7:40. Совместно написано с легендарным нашим композитором Сарычевым и с Чайкой. Вот. Впоследствии потом исполняемая
прекрасной певицей Ириной Понаровской, но за счет того, что стихи были написаны не ей, и пришлось немножко поменять текст. Вот. Но я буду исполнять, как мы это написали в тех далеких 80-х годах театра.
начать нашу программу «Очаровательный коллектив». Весна из нашей столицы Родины, из города Москвы и зажигательная кумбия. Спасибо, до следующих встреч.